я ему еще позвонила, ну просто узнать, когда можно учиться. Он говорит, может, ты сейчас, через полчаса. Я говорю, ну, у вас уже с мокрой головой еще. Куда? Ну, короче, вот так. Вчера ходил? Нет, вчера. В итоге договорились, но я говорила, что все на скрытие, но может, сегодня 45. А я проснулась, потому что знаю. Вот. Потом же на бровях сижу, а девочка говорит, ой, у вас так волосы вкусные пахнут. А это вы с мокрой головой? Все в курсе, что значит сон женщины. Как котята, смотрите за шариком, который впереди. Очень внимательные котята. Ты можешь тоже подушку подложить под. Вообще можно сделать. На подушке скользко. Давайте еще подушечки убираем и продолжаем кошечек. Только встаньте, чтобы головы в разные стороны у вас были, во льтом. А, ну или давайте, да, туда, к стене. Только синхронно, пожалуйста. Раз, нырнули. Угу. И все, можно будет сесть на мосты вместе. Раз, два, три, и на мосты. Хопа, хопа.